Сразу нагнула и начинает писать. Вот это она пишет, понимаешь? Hello! Потому что сектор обзора, ну вот наверняка либо сейчас берет тебя, либо меня. И звук, тебя, наверное, говно. Нет, на всех экшн-камерах полный говно, блин. Понимаешь? На сколько минут? Здесь где-то, наверное, около часа. Вот так. Ну около часа нормально. То есть эта фигня, да, должна, по идее не знаю, не проверял все. По идее, должна работать. Ее надо просто воткнуть, включить, и там же есть таймер какой-нибудь, показываешь? Да? Вот это не помню я. Причем там можно даже как-то спрограммировать то, что он либо есть, она либо это, нету. В инфракрасном снимает, да, или вот или видишь, там подсветка. Вот 4 светодиода, да, это подсветка. Это подсветка ночной, да. Ночного видения. У меня тоже вот такое вот было. Ну, я что-то там инструкцию даже скачал с этими синими лампочками, там они какие-то, я, блин, запутался. Не, менструкция это ни о чем вообще, на самом деле. Да, хотя без менструкции не, я... Не, менструкция это нужна. Я не смог, значит, даже ее запустить. Там даже хоть по цветам что-то какая-то, цветовая градация штанов тоже присутствует. Женя, как ты там... коричневые штаны два раза ку, потому что говном зальет все, понимаешь? Ну, короче, вот без менструкции я даже не смог это сам запустить ее, понимаешь? А вот вырубается. Вырубается еще раз вот. Еще раз на вон.